Сегодня глава Чувашии принял участие в совещании, которое провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. Оно было посвящено газоснабжению регионов, стратегии и программам развития этой сферы. Из Москвы передает наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Газификация Российской Федерации – одна из приоритетных задач. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев говорил не раз. Сейчас средний уровень газификации регионов превышает 80%. Причем сельская местность обеспечена голубым топливом на 53%. Начиная с 2005 года «Газпром» и администрации регионов стали заключать соглашения о газификации, разрабатывать и утверждать совместные программы. В Чувашии за 8 лет на строительство газораспределительных сетей компания направила 512 миллионов рублей. В своем выступлении Михаил Игнатьев отметил, что в республике проведены масштабные работы. Причем средства привлекаются не только из бюджетных источников. Глава региона также заметил, что на территории Чувашии полностью завершена газификация всех населенных пунктов. Введено в эксплуатацию более 6 тысяч объектов. Общая протяженность системы газораспределения составляет 15 тысяч километров. В интервью нашему каналу Михаил Игнатьев рассказал о перспективах сотрудничества с глобальной энергетической компанией. Газификации заволжской территории, где на сегодняшний день на самом деле населенные пункты, жители этих населенных пунктов не имеет газа. В инвест-программе заложено, сегодня проектирование начато, и ближайшие 2 года по договоренности с «Газпромом» за счет их инвестиций через республику Мариэл, подключая населенные пункты, появится газ. Это говорит о том, прежде всего хочу это подчеркнуть, обязательства мы как правительство, как Чувашская республика выполняем все на 100%, и «Газпром» все свои обязательства выполняет на все 100%. Это очень важно. На заседании говорили о проблемах. Подробнее об этом мы расскажем в наших следующих информационных выпусках. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.